Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и... Ой, да, секунду, вот так еще сделаю. Это игрушка под названием Guns Gore and Cannoli 2. У нас было давненько, возможно, год прошел, может быть, побольше. Игрушка под названием Guns Gore and Cannoli 2, если я ничего не путаю, потому что я помню этого чувачка, игру я, в принципе, эту помню. Там были какие-то бандитские разборки, какая-то мафия, какая-то херафия. Во второй части вся это мясо, все это пострельба, вся вот эта вот взяла и перелезла в район Второй мировой, собственно. Давайте на среднем мы посмотрим. Игрок один на кейборде. А, можно выбирать кого-то? Хорошо. О, Дед Мороз, неплохо. Я даже не знаю, кого выбрать. О, во, нормально. Игрок один на кейборде. Какой-то гопник будет сегодня спасать, я не знаю, кого-то или что-то. Или просто тупо стрелять будет, хуй его знает. Его дело, мы туда, собственно, лезть не будем. 1144 год. Нашего главного героя взяли в заложники. Или просто в плен. Скорее всего, да. Заложники, тогда зачем там брать? У него есть пила. Скорее всего, сейчас она будет, потому что кто-то лоханется. Так значит, это должен был великий Винни Каноли. Так точно, Луи. Они называют его Тиран Тактауна. Серьезно? Никогда не слышал об этом городе. Ты шутишь? Ты никогда не слышал про инцидент в Тактауне, который произошел в 1928 году? Нет, рассказывай. Никто так точно и не знает, что на самом деле произошло. Рассказ гласит, что местные гангстеры торговали каким-то пойлом, которое обратило весь город в каких-то каннибалов-мертвецов. А, ну да. Ты серьезно? Да, на самом деле. Их называли зомби. В конце концов, армия произвела химическую атаку на город. Бля, спойлеры первой части. С тех пор город остается на карантине. Невероятно, как наш друг вписывается в этот рассказ. Но есть только один человек, который чудом выжил во всем этом. Ну, без единой царапины. Поговаривают, он там поднаделал делов, чтобы выбраться из города. Правительство хотело посадить его в тюрьму, но все быстро сошло на нет. И все обвинения были сняты. Звучит удручающе. Так скажи, Тони, кто был тот парень? Ты шутишь, Луи, он сидит напротив нас. Ну ты, серьезно? Да он не выглядит таким опасным сейчас, не так ли? Развяжи меня, я вам продемонстрирую. А, он так и нарывается. У меня тут бензопила есть, Тони. Давайте сделаем незабываемую кровавую ночь. Смешно, Луи, но не выйдет. Темный Дон хочет его живым. Но мы можем сначала научить его хорошим манерам. Вы точно два комика? Да, серьезно? Потому что вы не так хороши в завязывании веревок. Ну все, я тебе говорю. Я пророчил тебе восстание. Он восстал. На, сука. А вот тебе и пила. Возьми пилу, не расстраивай меня, возьми пилу. У меня для тебя прогноз погоды, Луи. Сегодня будет много крови, ожидаются осадки в виде частей тела. Ну да. Что-то тихо, правда, как-то работает игра, я не знаю, с чем это связано. Возможно, она просто сама по себе тихая, возможно, что-то не так, но вроде как все должно было быть так. Ну, не знаю. Использовать АД-то движение... О, он уже переоделся. Хорош, окей. Уже переоделся. Игру можно... А, у нее есть патроны, у пилы, неплохо, окей. И нажмите спаце. Спаце, чтобы прыгнуть, блядь. Окей, ну-ка нахуй, спаться, блядь. Да в смысле, ты что там, бесконечный что ли? Пилой тебя пырнул вообще, дружище. Нажмите спаться два раза в воздухе. А, еще двойной прыжок есть. Ну, точно супергерой, серьезно. Ага, окей. Ну, допустим. И что не так? А, хорошо. Ну, конечно, хорошо. Опа, ты кто? Давай, иди сюда, я не буду... Вот, замечательно. Отлично, красиво. Бляха, реально супергерой, гопота с бензопилой. А я возьму другие пистолеты сегодня, что-то типа того.
Это было бы неплохо, на самом деле, здесь какой-нибудь пистолет себе. Удерживать тес. Так, подожди, там всякое в этой комнате. Так забавно. Вот он, настоящий гопник на картах, бляха. Здесь патрон-то нет? Ну реально, бля. Ой, иди сюда, иди сюда. Я слышь, семки там есть, что, бля, слышь? Это не сюда, на. Сюда, на, иди, бля. Сюда, на, грядина, бля, быстрее, бля, на. Отлично, на. Следующий, на, по яйцам, на. Красава, на. Да, бля, у меня 75 протонов осталось, это нехорошо. Я как буду стрелять дальше-то? Меня в итоге ушатают, уработают или что? У меня как бы реально нет патронов на пиле больше. Это все хуево закончится. О, там уже стрелобуха пошла. 1, 2, 3. А, у меня бита есть бесконечная, хорошо. Ай, блядь. Че, реально больше оружия нет? Есть бита и бензопила. Охуенно. Ну я бы как бы хотел в кого-нибудь пострелять. Там это было бы вообще просто замечательно и неплохо. А, вот ты главный босс, окей, я понял, на, сука. Хорошо, а вот тебе пистолет, заебись, поехали. Хорошо. Ага, по ногам, по яйцам. Бля, непривычно так стрелять, но ладно, все хорошо. О, каноли! Блять, хедшот чуваку поставил только что. Только что поставил. Да хватит, блядь, уже взрываться-то, ёб твою мать. Только что поставил чуваку хедшот, а ему, в принципе, было насрать. Ну ладно. А чё так тихо-то, серьезно? Можно как-то погромче мне это сделать? Нажмите для пинка. А, можно было пинать! Серьезно! Можно было не тратить патроны! Охуенно! Перезарядочку можно сделать? Окей. Бля, он может... Воу-воу-воу-воу-воу! Бля, ну играть в эту игру на джойстике, наверное, будет сущим адом просто. Как бы полно таких игр, которые играют на джойстике, но, бляха, это же нужно... Я так, бля, здесь правой кнопкой нужно прицеливаться. А это прям очень херово. Это нужно бегать одновременно, прицеливаться, я бы не смог. Нет, смог бы, конечно, это было бы не так эпично, не так быстро, как я делаю это. Воу-воу-воу, бля, как я делаю это сейчас. Со звуком что-то прям беда, что-то прям очень тихо. Я тебя, бля, сейчас постреляю, сука. Хорош. Следующий. Есть там секреточка у тебя какая-нибудь? Че, реально ничего нет? Ага, наверх перезарядочка есть, хорошо. Ну, бля. Ух, нихуя! Я думал, это его убьет, что за херня-то? Да уйди нахуй! Голову прострелил, хорош. Ну, нормас. Зачем-то я пистолет еще подберу, давай. Прощай. Прощай, мы с тобой больше не увидимся. Он разбился, блядь, он реально разбился, прикинь. Он просто взял и разбился, отлично. Зачем я подбираю пистолет, если они так бесконечные у меня? Бляха, надо наводиться прямо на него. Зажмите S и спаться. Ага, окей. На, сука. Ой, меня ударил, серьезно. Да пиздец, сколько тебе здоровья-то. А чё я мозги-то ему? Можно же стрелять было вниз, наверное. Окей. Ну такой, знаешь, гопник во Второй мировой, это что-то странное, если честно. Это прям... Ёб твою мать, это прям реально что-то странное. Да как ты попадаешь? Я ж присел, блядь. Спасительные карты были сейчас активированы. Ты не должен был в меня попадать. Алло, друган. Ну тихо там. Ебать, голова прочная. Мне кажется, какими-то пластилиновыми шариками стрелять. Раньше были пистолеты такие, они стреляли какой-то воздушной херней. Вот он, походу, делал такой же херней стреляет. Вообще не берет никого, блядь, серьезно. Да ёб ты. Как, бляха, на лестнице забежал. Ты не должен был это уметь. Ну, я тебе сейчас махну. Воу-воу-воу-воу-воу. Я все-таки не понимаю, зачем подбирать пистолет. Возможно, потом патроны не будут бесконечными. Здесь они просто как бы вылетают. Может быть, типа, я до сих пор пытаюсь пройти без пистолета, например. Типа, я крутой, почему бы и нет. Ну, от первой части он отличается вообще ничем. Вообще ничем от первой части не отличается. Те же самые прыжки, те же самые стрельбы, те же самые эти. Только сейчас пока у нас обычные люди. Но там тоже были изначально обычные люди. Потом стали зомби появляться. И, скорее всего, будет так же. Типа, это все-таки Вторая мировая. И, скорее всего, тут будут фашисты. А у них там, типа, эксперименты с зомбями. Нас же всех научил Вольфенштейн.
этим мыслям. Гитлер там, он использовал всяких этих, что-то еще там. Все в итоге по-любому сольется именно туда. Так, отлично, вот теперь появился смысл собирать патроны. Нажмите Tab, чтобы открыть меню с выбором. Ох, нихрена себе. А, так я вот какие пистолеты собирал. У меня есть Ристол. Это, типа, одновыстрельный пистолет. Есть Цхайнсав, Басебалбат, Василват, Цхайнсав, Ристол, Ристолс, Томми Гун. Давай возьмем сначала Ристолс. Попробуем, что такое Ристолс. Это двойные пистолеты, я так понимаю, правильно? Ну да, то же самое, только стрелять в два раза быстрее, и у них кончаются патроны. Это, блядь, вообще внезапно. То есть у обычного пистолета, у обычного Ристола патроны не кончаются, а у двойного Ристола кончаются. Замечательно, замечательно. Возьмите этого пацана! Или дайте этого пацана, что он там говорит. Ты сюда залезешь? А, прыгать умеет. Блядь, они умеют прыгать, охереть. Ну, со звуком что-то прям реально не то, слишком тихо. Или я что-то не так... Ебать, хедшот, серьезно? Тут можно голову вышибать. Я же все время в голову попадаю, почему они не разлетаются только сейчас? Я до этого не попадал в голову. О, тихо. Вот это было не так. Голову. Хорош! Ты босс, что ли? Походу дела, да. Ну-ка, где там у меня... Ну да, по головам, в принципе, можно стрелять вообще хорошо. Ой-ой-ой. Ей-ей-ей-ей-ей, вы кто такие, ебать? Откуда вы взялись? Ну не с первого раза, конечно, голову сносит, но сносит все равно. Ну как-то совершенно не с первого раза сносит. Прям печально, что не с первого раза сносит. Да ёб твою мать. Ой, как же мышка эта херово наводится. Кто управляет этой мышкой? Почему я не могу попасть? Мне кто-то мешает, судя. Выглядывай. Мне кто-то мешает стрелять. Ну, я по шапке попадаю, он не умирает. Ладно, хорошо. Так, а есть как-то переключение? Двойка, тройка, тройка, окей. Круговое меню это для консолек. У нас есть клавиатура, на которой много кнопок, и мы можем управлять ей. Это я про нас. Про нас, про тех, кто, я, честно, на компе. Окей. Да ну! Что, дурак? Бля, это чувак из папки, что ли? В такой же маске, сука, в еблетной. Еблетная маска, хорошо звучит. Они хотят меня убить, серьезно? Пацаны, вам это зачем? Я же вам ничего плохого не делал, зачем вы меня убиваете? Я всего лишь обычный гопник, я вообще не понимаю, как я сюда попал. Я не должен был существовать в этом веке, что за хуйня? Короче, если не стреляешь, они, походу, не могут в обратку стрелять. Типа их что-то стопорит и все, окей. Ну да, отлично. Главное, получается, успеть попасть первым, и тогда все будет... Кто ты такой? Откуда вы тут взялись, блядь? Бензин сейчас ёбнет, отлично. Ну серьезно, игрушку вот вообще никак не поменялась. Поменяю, по-моему, знаешь, тут тупо, короче, просто взяли и сделали другие эти, как... Другие текстурки, и все. И для главного героя дали костюм гопоты. Неплохо. Я не знаю, был ли такой костюм в первой части, или, возможно, там было это каким-то дополнительным набором. Да, Юля, уйдите нахуй. Но я не помню, чтобы там был какой-то выбор. Возможно, я просто не заметил, что он там есть. Или не старался выбирать как-то. Но здесь, короче, мне дали выбор, уже хорошо. Прыгай вниз. Иди нахуй. Ой, сейчас меня убьют. Сейчас меня убьют, блядь, серьезно? Тогда меня сейчас убьют. И вот это уже нехорошо. Я не должен был здесь сегодня умирать, что за херня? Это ж только начало, это первый уровень, какого хера я здесь умираю? Ага, я вижу хавчик. Вижу хавчик, где он уже как-то быстро добраться, иначе я на туре склеюсь. Да прыгни ты уже. Там же где-то по-любому сверху есть еще что-то, они же как-то меня встречали, значит они как-то меня зажимали, значит они как-то... Блять! Так, вон что-то есть, отлично, что это такое? Блять, это что такое? Ух ты ж, мать твою. Огнеметик дали. Ладно, но он мне сейчас не нужен, в принципе.
Мне бы сейчас не помешало очень сильно сердечко. Опа. Откуда я тут? Сейчас меня убьют. Сейчас меня убьют. У меня жизни вообще нет. Блять, давай. А я не смогу уже, да, там пробраться? Нет, смогу. Почему-то я не смогу, серьезно. Так, здесь я был, отлично. Ты можешь бегать? А, ты можешь перекатываться. Уже неплохо. Уже неплохо, но пиздец, как неудобно. Там был чувак, у него была точно жизнь. Вот где-то тут. Вот этот, да, чувак. Ты далеко стреляешь, нет? Хорошо, попал. Хорошо. Да ты, твою мать! Железный, блядь, какой-то. Тихо, тихо. Нет! Да! Ты чё? Ты же умер прямо на сердечке, серьезно? А, ты чё, дурак? Пиздец, как далеко начинать, серьезно? Ой, бля, короче, где? Где моя нормальная пострелушка? Вот она. Еще бы ей попадать нормально, было бы вообще неплохо. Хорош. Что за хуйня? Кто-то сгорел, что ли? Так, ладненько, идем за сердечком. Надо предупреждать всех заранее. Точнее, все... Ну как так-то? Не дури нахуй. Не лезь вперед паровоза. Да в смысле, кто там стреляет в меня снизу-то? Откуда ты там взялся, блядь? А что бы было на сложном уровне? Я вообще склеился сразу бы, буквально прям. На первом же враге, блядь, помер. Так, огнемет. Ну возьми, ладно. Только я не понимаю, мы оттуда вроде шли как бы назад спускаться, что ли? Нет, дай мне нормальный пулемет пока. Мне нужен радиус. Радиус атаки нужен. Очень большой радиус. У огнемета нет радиуса атаки большого. Спокойно. Вот ты, сука, какая. Сдохни. Отлично. Блях, отовсюду шмаляют. Ты посмотри, собаки такие. Сколько у него патронов в обойме? 25! Там, блядь, этот магазин на 700 патронов. Какого хера 25-то у него патронов-то? Чё за дел... Блядь, зачем я сейчас взял эту хуйню? Это же какой-то, блядь, пулемет Максим, в нем, блядь, 700 патронов. Ну, по этому кругляшку скажи 25 патронов там внутри, я хер поверю. Чё за бредятина? Где, блядь, достоверность? Что за хуйнина? Спокойно. Ты, блядь, что делаешь в гараже-то? А, ну тут понятно, окей. Мужик в гараже, тут все сходится. Умри быстрее, отлично. Так, это злой пацаненок, окей. Его просто так не возьмешь. Надо было его сжечь. А, каноли, блядь. Ай. Ой. Ой, да хватит меня бить, дружище. Сгорит, сука. Они своих попадают, нет, интересно? Бля, ну 25 патронов в обойме, это жестко, конечно. Это прям просто перебор. В обойме должно быть реально 700 патронов в таком пистолете. Тем больше, это не пистолет, а автомат. Я сделаю Америку снова потрясающе великой, он сказал. Гопник делает Америку великой. Охуеть, вот это поворотец. Так я не пойму, мне реально надо сюда или нет? Так-то патроны кончаются у меня. Это нехорошо. А, ну хорошо, оно и меня... Естественно! Почему бы и не взять и не умереть от своих же бочек? И с самого начала, да? А! Ты, блядь, издеваешься? Он реально издевается, походу, да? Пиздец, это же незаконно. Это, во-первых, нечестно. Да хорош, бля, ёпт твою мать. Ну почему так мало патронов-то меня это напрягает, блядь. Сука, в обычном рожке, блядь, патронов больше, чем в этом кругляшке. Ну что за херь?
Не должно же такого быть. Ты взял ха... Ты взял хилку, у тебя нихера не прибавилось? Чё за пиздец? Ну вот это нормально сейчас я устроил, блять. Они улетели, умерли, хорошо. Ты кто такой, сука? Тут можно тупо, в принципе, просто пробегать и особо не париться. Кто его поджег? Я же его не поджег. Да хватит там, блядь, кто такой, сука, снизу меня стреляешь? Иди нахуй. Собака такая. О, дробыш, хорошо. Умирай. Замечать. Зачем ты его взял? В ближний бой пойдем? На, сука. Хорошо, окей, на, сука, я сказал. Опа. Shift. Опа, нахуй, хорошо. Кто там? Кто там выебывается? Убийца уголовных авторитетов. Хорошо. Хорошо, я убил какого-то уголовного авторитета. Не знаю, кто он был. На, нахуй. Ну, бляха, дробовик хорошо разносит, но не до конца. Но я стал попадать как минимум. Ох, блядь, дробовика ты еще, блядь, не попадать. Тихо. С дробовика на самом деле сложно не попасть. Ой, сразу двоих выхлёстываю, нормально, нет? Отлично. Блять, конечно, все. Эть! Медленно, ну ладно. Ты че, дурак? Ой, хорош, короче, там появляется в пизду вас. Пойду лучше по толчкам побегу. Ой, друган, ты сейчас. Тебя и там делали вдвоем, Что за хуйня? Почему там в туалете два мужика вышли? Просто сдавайтесь в натуре, правильно говорит Каноли, блядь. На, сука. Ой, хорошо, вот это хорошо. На, да в смысле? Я должен был его сбить атакой из дробовика. Он что такой непробиваемый-то? Да? Окей. А, ты живой еще, замечательно. И идеально просто. Блять, он еще и в меня попал. Да откуда вы там беретесь-то, ёптой засранцы? Ёб твою мать, кинотеатр, серьезно? Откуда они там берутся в туалете? Там все кабинки были зачищены. Так, я отлично, я спрятался, нет? Так, а мне куда надо идти-то? Ты-то еще кто такой, блядь? Че это за пацан? Откуда он взялся? Первый раз такого вижу вообще. Так, спокойно, нужно вот это вот. Так, ладно, вы бесполезны, я к вам сюда пришел только чтобы взять хилку, я понял. Нет? Блядь. Но здесь как бы нет выхода. Тут реально нет выхода, они будут появляться бесконечно. Или они дверь не открыли? Подожди, да? Дверь открыли? Блядь, это была ловушка, засада? Суки, нет. Так, еще раз, внимательно. Ага, это бесконечный спавн. Отлично. И куда мне идти? Тут нет выхода, слышь, чё? Да тут реально нет выхода. О, все, сломали, отлично. Пиздец, да ладно! Ой-ой-ой-ой, только не умирай, ну пожалуйста, ну не надо умирать-то! Ты каждую секунду умираешь, что с тобой не так? А, сохранение, окей. Бляха, серьезно, может мне сначала проектор нужно сломать? То есть мне в любом случае нужно было туда заходить? Не, проектор не ломается, вот это печально. Ну ладненько. Так, огнемет-то я не взял. А почему я огнемет-то не взял? Оп.
Пиздец, это реально бесконечно. Нужно, короче, ходить и фраг делать. Потом придут, короче, менты со щитами. И начнут меня убивать. И мне нужно этого не допустить, я понял. Да в смысле? Кончилось, что ли, уже? Бля, что-то патроны быстро кончаться стали. Вроде ни в кого не стреляю, никого не убиваю, а патроны улетают в никуда, прям. Бом-бом-бом-бом. Все, выходите, давайте, менты. Где вы там? Почему они не выходят? Тихо, блядь! Просто как-то это, знаешь, непонятно изначально было, нужно отстреливаться или что-то делать. А нужно реально просто отстреливаться, пару волн затащить и все. Все, идут, отлично. Газовая граната пошла, замечательно. Хорош. Все, я пошел отсюда. Спасибо, спасибо, машинка. Спасибо тебе огромное. Ты спасла меня. Нет? Серьезно? Бля. Головешка чья-то прилетела из ниоткуда. Еще одна машинка? Серьезно? Окей. Да. Не знаю. А, это стена. Я думал, это просто тряпка какая-то. Что-то было странно, что он не мог тряпку прострелить. Оказывается, это не тряпка, блядь. Это целая стена, мать её. А хорош, пацаны. Все, завязывайте нахер. У меня музыка уже начинает напрягать. И такое чувство, что я какую-то концовку фильма смотрю бесконечную. Такая музыка обычно в конце вот этих вот старых фильмов, блядь, 50-х годов. Играет, 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 блядь, бесконечно. Сколько можно, блядь? Она все играет, и играет, играет, и играет, играет, и играет. Сука, играет, и играет, и все никак не кончится. И все, блядь, никак не кончится, сука. Хватит меня попадать. На, я, блядь, ногами сейчас всех отхуячу просто, и все. Уйди. Очень неудобно этим можем... Нажмите для пинка. Для пинка. Давайте, короче говоря, на этом закончим. Такая вот игруха. Я на самом деле думал, что здесь что-то добавят или как-то что-то доработают, проработают. На самом деле это точно такая же, та же, абсолютно та же самая игра, только у меня теперь есть костюм гопника и другая локация. Вот, собственно, и все. Скорее всего, дальше там начнется замес какой-нибудь жесткий сюжет, а что-нибудь типа того. Опять-таки нацистские зомби и прочее поебота. Но это если ты уже сам захочешь. Ссылка на плейлист остальные ляшками в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем трех следующих игрушек, ребятушки. Всем пока. Вот сейчас эта музыка из этого кинофильма была как раз-таки в тему. Прям вот именно под конец. Да. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.